Минувшей ночью жители Мордовии, как многих городов Центральной России, наблюдали в небе нетипичное для нашей полосы явление – северное сияние. Эффектными кадрами поделились подписчики из Атюревского, Темниковского, Краснослободского районов и даже из Саранска. Синоптики Мордовского гидрометцентра рассказали, с чем это связано. Так сумели пройти лучи через атмосферу и даже дойти до нас. Это явление, конечно, очень редкое. Мы вообще это явление не фиксируем. Мы фиксируем только то, что у нас наблюдают наблюдатели на станциях. Вот что они наблюдают, вот это мы фиксируем. Вот. Но так это явление очень редкое, потому что это явление северного сияния, оно характерно для северных широт, не для наших. Ученые, напротив, подобные явления фиксируют все чаще и дают им научное объяснение. Причиной разноцветного свечения стали заряженные частицы, выброшенные Солнцем, говорят астрофизики. Сильная магнитная буря уровня G4 по пятибалльной шкале позволила и жителям нашей полосы увидеть впечатляющую картинку. И да, это не фотошоп. Погода меняется, говорят синоптики, станет еще теплее, но придут дожди. Конец апреля больше похож на завершающийся май и начало лета. На смену господствующим антициклонам, которые по ночам вызывали небольшие заморозки, а днем прогревали воздух до летних значений, идут циклоны из Атлантики. Первый циклон к нам придет со Средиземноморья. Он будет очень теплый, он там прогреется, он напитается влагой. И поэтому на нашей территории вот завтра уже ожидаем осадки. Осадки ожидаем, но местами сильные, это больше 15 миллиметров даже, уже с 25 на 26 в ночь здесь могут быть. Ждем усиления ветра до 15-20 метров в секунду, первые грозы, возможно даже и градовые явления. При этом в ночные часы температура воздуха по Мордовии будет плюс 5, плюс 10 градусов. К четвергу с юга до нас дойдет еще один циклон, который еще прогреет воздух. И к выходным в республику придет настоящее лето. Несмотря на облачность, ну то, что он все-таки с юга еще, тем более атлантический, он так теплый. И он еще с юга придет. Температура воздуха у нас повысится даже до 23 градусов до выходных. Вот. Ну а там другая серия своих циклонов. То же самое принесет нам на выходные осадки. Алена Москалева, Евгений Фролкин. Наш новость.